Всем привет, с вами Кононова Аня и интернет-проект Фаберлик Онлайн. В этом видео мы с вами посмотрим, как писать в обратную связь какие-либо вопросы. Итак, для того, чтобы нам написать в обратную связь, нам нужно нажать «Вход», ввести свой регистрационный номер, ввести пароль и нажать кнопочку «Войти». После того, как мы вошли, в верхнем правом углу у вас будет отображаться ваш рек-номер и ваша фамилия. Это значит, что вы вошли, вы в личном кабинете. Итак, и тут у нас с вами есть в личном кабинете, когда мы на него нажимаем, вот такая вот вещь, как обратная связь. Также, не входя в личный кабинет, вы можете нажать таким же образом на обратную связь. Итак, смотрим. Когда мы с вами нажимаем на обратную связь, у нас с вами прогружается вот такая вот платформа, в которой можно задавать вопросы. Итак, во-первых, тут есть база знаний, скидки, акции, программы, партнерства. Вот, и избранные, как найти мои обращения и так далее. То есть очень, в принципе, много полезной информации. И мы с вами сегодня вот таким вот образом в начале посмотрим, что тут есть. Итак, скидки, акции. У нас с вами прогружается страничка, и тут есть ответы на самые распространенные вопросы. Как работать с купонами, электронные купоны на скидку и карточку «Твой бонус», специальные цены на доставку, VIP-привилегии Фаберлик Клуб, специальные цены на продукцию Денос и так далее. Ну, давайте же мы с вами VIP-привилегии и Фаберлик Клуб рассмотрим. Да, то есть таким вот образом тут есть ответы на все вопросы. Далее мы с вами рассмотрим партнерство. Вот, тут есть вопросы по самым-самым распространенным. Да, онлайн-интенсив, мастерская непридуманного лидера, образовательная программа, ближайшие курсы, вебинары, аппараты Денос. Вот, и также для владельцев пункта выдачи и основные правила. Вот, далее функционал сайта. Вот, как оформить, проводить электронно-цифровую печать и расчет объемной скидки. То есть это уже идет работа компании. То есть вы все сможете тут посмотреть, да? То есть посмотрите, как все интересно, как все здорово. То есть самые распространенные вопросы вы тут можете найти. А далее, если же все-таки у вас вопросы по заказу, по работе пункта выдачи, у вас вопросы по наличию продукции, по составу продукции, без разницы, да, то есть вам непонятно, как вам начислили вашу объемную скидку. Ну, много что может быть, ну, в смысле объемная скидка – это ваши денежки, а вы нажимаете «Написать». Нажимаете «Написать», называете тему, вот, и тут вот пишите описание своего вопроса. И нажимаете «Добавить файл», если вам хочется сюда добавить какие-либо скриншоты, фотографии и так далее, нажимаете «Отправить». Обычно в течение суток на вопросы уже отвечают. Да, и, конечно же, вы также можете потом посмотреть раздел «Мои обращения» и смотреть, выполнен, не выполнен, да, то есть вот таким вот образом. Тут у нас, как вы видите, я пишу также заявление на то, что ко мне зарегистрировались люди, у которых уже был номер, и я их удаляю постоянно, вот, и так далее, и так далее. То есть темы могут быть различнейшие, да, то есть какие только вам непонятны, вы все темы можете задавать и все вопросы можете задавать. Вот что значит обратная связь. Ну что ж, с вами была Кононова Анна, интернет-проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео. Если что-то непонятно, обязательно пишите мне вопросы. Как вы видите, в инфобоксе под видео есть все мои данные. И где вам удобно, там со мной вы можете и связаться. Всем пока-пока!